вообще. Большая концентрация вирусов просто. В одном месте. Это Сергей. Приветствую, Александр. Сергей. Все знакомые по видео. Виктор. Сделай ролик обзорный, посмотри, сколько народу вообще. Так я уже делаю. Привет, сестра. Привет, Иван. Ну, разоблачайтесь. А где куда это? Хотела Кирилич. Ну, так подойдешь сейчас. Николай, попался, батюшка. Что вы приехали из Сибири. Уж если не из Абакана, то из Потеряевки точно. Мы к вам на лекцию хотим попасть. Не ко мне. Ой, к вам говорю. Это к моему Аве. Это вас всех Николай привел? Господь, да? Господь привел. Ну, это да. Ну, земной поводырь его. Даже в Канаде и в Америке славятся тем, что они не кто, они очень штрафы. Показал, Николай Стапов. Очень приятно с вами. Николай, да. Ну, вот хоть же идем посмотреть. Здравствуй. Ну вот тоже. Очень радостно. Тоже вас видел сегодняшнего дня. Последний большой, потому что мы с Николаем рады приехали. Во имя Отца и Сына, Знака Духа. Спасибо за Христос. Можешь меня сфотографировать на память? Мы так лекции ваши любим. Да. Ксения Юрова выкладывает ваши лекции на канал. А, Ксения Юрова. Ой, мы прям только как духовную пищу, так и ждем его выпуска. Ну да, я ее ни разу в жизни не видел. Она такая молодец, прекрасная. Но нет, нам возможность вашу слушать ваши лекции. Кто такая вообще? Я смотрю, друг, это Ксения Юрова. Все собирает. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде си, и вся исполняя сокровище благих, и жизни подателю, приди и вселися в ны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Всем добрый вечер. Я очень рад видеть, что так много людей пришли сегодня на презентации книги отца Геннадия Фаста «А вечность уже началась». Проповеди и книга, которая вышла в издательстве «Вольный странник». Раз издательство попросило мне, как директор этого культурного центра, вести этот вечер, я сначала хотел бы вам задавать несколько вопросов о вашей истории. Потому что мы привыкли, мы, москвичи, привыкли думать о том, что жизнь за МКАДа уже нет. Да? Оказывается, что это не так, что в нашей просторной стране люди могут и найти Бога, и проповедовать, и жить с ними, и преобразить ту жизнь, ту реальность, в которой они находятся. Мне хотелось бы об этом немножко у вас услышать. Я понимаю, что здесь, наверное, вы уже все здесь в зале знаете отца Геннадия, его историю, но, может быть, люди, которые смотрят на нас сейчас, на эту трансляцию на Фейсбуке или потом увидят на Ютубе, может быть, они хотели бы чуть больше узнавать. Поэтому, отец Геннадий, если я хорошо понял, у вас, ваша семья была сослана в Сибирь, и вы там родились. Мне интересно, если вы можете немножко об этом рассказывать, и как вы нашли веру, как была для вас встреча с христианством, и почему вы решили креститься еще в 80-е годы, как я понимаю, какая была ваша жизнь тогда, в 80-е годы и в начале 90-х? Добрый вечер, всех приветствую. Ну да, здесь действительно вижу много знакомых лиц и одновременно лица незнакомые тоже. Что касается, откуда взялся, родился в вечной ссылке. Туда,
1949 году привезли моего отца, который отсидел 10 лет лагерей по статье «Враг народа», 58-я статья. И когда лагерный срок закончился, то его не отпустили на свободу, а отправили в ссылку, которую вскоре объявили вечной. Вечная – это значит, что сам, дети, внуки, все, сколько их будут, все автоматически рождаются пораженные в правах ссыльными. Туда к папе приехала моя мама. Пожалуй, всем известна история жен декабристов, когда они поехали в Сибирь за своими мужьями. Вот почти так же совершила это моя мама. В чем почти? Потому что ей для того, чтобы с Урала добраться до Новосибирской области, надо было сдаться и двигаться по этапу. Это путешествие длилось несколько месяцев по камерам смертников, с осужденными, с своим старшим 13-летним сыном. Вот. И вот так она прибыла к моему папе, к отцу, в Барабинские степи, там, в селе Чумакова. Он отбывал уже свою ссылку, и она приехала к нему. И там, в 1954 году, я народился на свет, соответственно, уже не сыном ссыльного, а ссыльным. И оттуда пошла есть моя жизнь. Что касается веры, моя семья, семья моих родителей была глубоко верующей протестантской семьей. Вера не просто присутствовала, а верой жили. Господь, вера, Христос – это было то, что наполняло каждый день. И в этом я вырос. Мои колыбельные песни, которые пела мама, это были песни о Христе. С этим вырос, вот. А дальше уже в отроческом возрасте, естественно, произошло уже сознательное обращение к Господу. Сначала в 10 лет первое сознательное покаяние. В 10 лет в мои руки был дан Новый Завет на немецком языке. Я его начал читать. До этого была, сейчас говорят, детская Библия, тогда священная история. И Ветхий, Новый Завет. Все это было пройдено под руководством мамы в семейном кругу. Хрущевские годы, довольно жестких гонений на веру. А в 10 лет я впервые начал сам читать. Я полюбил эту книгу и живу с ней по сегодняшний день. Это книга жизни, и в том числе книга моей жизни. В 11 лет сознательное покаяние, 15 лет Господь дал мне пережить что-то очень важное. Трижды я был призываем к покаянию, и трижды я убежал от него. И после этого Господь дал мне испытать муки ада. Не все. Тьму кромешную и бездну. Я ничего никогда не слышал об Иисусовой молитве, но я призывал имя Иисуса. Как? Сам не знаю как. Откуда это взялось? И пока я призывал имя Иисуса, падение в бездну и в тьму кромешную прекращалось. Это было один раз, потом второй раз, потом третий. И с тех пор Иисус и святое имя Его для меня стало не то, о чем я читал, а это стал мой настоящий Спаситель. Вот. И я познал Господа как того, который спас меня из тьмы кромешной и из бездны. Студенчество в Караганде. Родился в Сибири, в 57-м году вечность кончилась. Та вечность, вечная ссылка. И мои родители уехали в Казахстан, там собирались немцы.
огромными общинами. И в этих немецких общинах я вырос. Священное Писание, все для меня было на немецком языке. Молитва, вся духовная жизнь. Вот. А так, естественно, русский. Школа русская, советская, как у всех того поколения. Потом был Карагандинский университет. В конце четвертого курса я был отчислен за веру. Однако Господь сподобил восстановиться в Томске. И Томский университет закончил, был оставлен при кафедре, я был физиком, кафедра теоретической физики, преподавал. Опять был уже уволен с работы, с кафедры, опять за веру. Но это уже только лишь ускорило то, что решено было и так. А на пятом курсе еще студенческой жизни я встретил сначала удивительного человека, проповедника сибирского, точнее алтайского, Игнатия Лапкина. Вы там просто вещами не думали, а? Нет, ты молодец. Ну там все, подскажи ребятам тут все, закрывайте. Это был Игнатий Тихонович Лапкин из Барнаула. А встреча с ним, главное, что мы беседовали по Библии, а уж я-то знал, что Библию православные не читают, не знают и уж всяко-разно во всем нарушают. А во время этой встречи на все вопросы он давал не просто ответы, а он показывал, что протестантизм не по Библии. Для вас это было откровением тогда, что кто-то может вообще-то доказать. Это был шок, не просто откровение. Потому что даже и сегодня свою веру православные меньше всего аргументируют Библией. Ну, это правда. Это редко кто может основу своей веры обосновать Библией, тем более в беседе с человеком, который ее весьма прилично знает и реально по ней стремится жить. А таковыми мы были. И когда на все вопросы он не только отвечал, а еще показывал, что мы не по Библии, потом... А кто такой Игнатий Лапочкин? Лапкин. Это он был сторож обычный, да, он не в священном сане, в Барнауле, но вот такой активный самостийный проповедник. А вы просто говорите, что его личность там многими оспаривается? Сейчас? Ну да, да, потому что он уже позднее уходил в зарубежную церковь, когда... Но он оставался все равно в православии. Да, из православия он не уходил. Но у него очень много критицизма, и сейчас идут там жаркие дебаты по многим вопросам. Вот. Но мне-то он открыл именно православие. А потом своего духовного отца Александра Пивоварова. И через них мне открылся мир православия, мир святых отцов, и открылась дверь в церковь. На пятом курсе я принял святое крещение от рук своего духовного отца, отца Александра Пивоварова. А потом уже все было быстро. Это было еще в 70-х годах. В 80-м году уже был рукоположен. И с тех пор вот уже в марте будет 42 года, как служу Господу в священном сане в церкви. Ну вот. Спасибо огромное, отец Геннадий. Когда, например, в начале 90-х годов, когда стало возможным для немцев возвращаться в Германию, для потомков немцев возвращаться в Германию, такая идея у вас никогда не возникла о том, что вы должны уехать в Германию на, как бы, на родину, в кавычках, предков? Вы задаете такие вопросы. Такая идея возникла у меня гораздо раньше, в 70-е годы, а не в 90-е. Вот, я был молод, и как молодой человек, казалось бы, нет ничего невозможного.
77-м я принял крещение, в 80-м году я принял священный сан. А потом была такая история. Я о ней в двух словах. Кажется, 85-й год. У меня была отпускная поездка. Я был в Петербурге первый раз в своей жизни. И для меня открылся мир культуры. То есть то, что я там в Казахстане изучал, того же Пушкина и все. А здесь оно было реальное и настоящее. Я погрузился в мир культуры, который мне был очень близок, дорог. А потом я поехал в Таллин, где служил мой знакомый, практически друг. Он и сегодня там служит. Я впервые оказался в городе западной культуры. Это было для меня что-то потрясающее. Это был зов предков. Бурлила кровь. Молитва сразу перешла на немецкий язык. Я просто ходил по этому городу, который очень хорошо сохранился в своем в старой части, как средневековый город. Я впервые видел готические строения. Это было для меня потрясающе. Я просто ходил и плакал. А потом были Пюхтицы, Пюхтицкий монастырь. Умиротворение, тишина, монастырская молитва. И я понял. Что я другому отдана и буду век ему верна. О верности сложно задавать вопросы. Но вы попали, ваши родители попали в Сибирь по неволе. Дальше вы странствовали, вы говорили о Казахстане, сейчас об этой истории в Петербурге. Но одновременно я вижу в вас, потому что я знаю, такая верность к этой земле, где вы сейчас помешаны, Енисей, Хакасии, ну, Сибирь в целом. Это так? Действительно у вас особое отношение к этой земле? Или просто это вопрос призвания, случая? Когда мои родители заглянули в клуб, и им объявили, что ссылка вечная, моя мама, глубоко верующая женщина, она говорит, что она внутренне рассмеялась. Вечная? А в этой жизни ничего вечного нет. Уже не одно десятилетие спустя того, я подумал, мама, ты рано рассмеялась. Все-таки вечная. Но в эту землю... Я сибиряк, только она для меня не ссылка. Это земля, в которой я живу, служу, вот уже больше 40, в которой я принял православие. И так случилось, что там живу и там служу. Много путешествовал, был в разных местах, но жительство мое с 1976 года там, до этого я был казахстанским парнем, вот. И с тех пор живу и служу в Сибири. И не стремился оттуда уехать. Спасибо, отец Геннадий. Вот, это первый блок был, сейчас второй блок. Мы немножко познакомимся с вашим творчеством. И для этого я хотел бы пригласить Валентину Майстренко, который, как я понимаю, редактор ваших книг, с первых книг именно. Начиная с первой и многих последующих, да. Вот, и она нам покажет, расскажет немножко об этом, о панораме разных изданий, и как они родились, и так далее, книги отца Геннадия. Мы когда 10 лет минуло с первого знакомства с отцом Геннадием, создания первой книги нашей, такое шуточное сделали собрание сочинений, календарик, собрание сочинений протоиерея Геннадия Фаста в 10 томах.
И вот он открывается первой вот этой книжечкой, которая была вестница. Будет 30 лет скоро. «Ты воскресни, птица Феникс». Вот. И что интересно, значит, мы светские журналисты. Работаем в краевой партийной газете. А бывший руководитель идеологического отдела крайкома партии, ныне редактор, посылает нас в город Енисейск спасти старину. Разрушаются старинные здания, в основном это церковные здания, их 11 было в Енисейске. И провозглашаем акцию «Мы родом из Енисейска». Приезжаем мы в Енисейск, думаем, надо как-то сделать туристический центр из монастыря хороший, чтобы народ шел, и чтобы монастырь был целый, а не был разрушенный. И вот я сейчас, когда приезжаю в Енисейск, смотрю на неразрушенный этот уже монастырь, а там были храм Елизаветы и Захария, это было просто нора. Вот, и, значит, и вот мы, значит, вот с такими намерениями приехали в Енисейск, и какое-то потепление с 88-го года, с тысячелетия крещения Руси было, и я говорю, дайте-ка возьмем интервью у отца Геннадия Фастова, местного священника. Ну вот мы пришли к нему, и вот с тех пор мы не расстаемся. Была беседа о том, что вот эти все руины, которые мы тщимся спасти, это вот наши разрушенные души. Вопросов у меня было много, потому что, ну зачем человек живет на земле? Для чего он живет на земле? Мне там объясняли, но все ответы меня не удовлетворяли. И только отец Геннадий, когда вот я начала задавать один вопрос за другим, он отвечал, и было, стало понятно, почему столько зла в мире, почему все это происходит, и почему и зачем мы живем на этой земле. И вот этот цикл бесед нам позволил печатать бывший идеологический работник крайкома партии, редактор газеты Леопольд Михайлович Балашов, и он давал нам целые полосы, значит, этих бесед. В результате родилась книжка, которая называется значит, «Ты воскресни, птица Феникс», это маленькая вышла, а потом вышла большая книжечка «Небесная лестница». Это вот возрожденный жанр духовной беседы был на страницах нашего партийной газеты бывшей. Вот. За это преследовали нашего редактора, публично высмеивали, обзывали его красным попом. Он держал удар. Ну, до тех пор, пока не остановилось сердце. Вот он, как вот удивительно, что человек, да, вот из этой среды внес свой вклад, дал нам, значит, возвещать о дороге храму, а тогда это было очень сильно модно, говорить об этом, и это было искренне даже, вот это вот все время разговор о дорогах храму. Вот, и потом, значит, что интересно, время было бурное, буйное, и, значит, а спонсоры были добрые, щедрые, ошалевшие от денег, они как-то отдавали их. Вот, вот интересная история вот этой небесной лестницы, значит, у нас Игорь Викторович приходит к владельцу трастовой компании, и он единственный задает вопрос, еретики? Он говорит, нет, что вы, помилуй Бог. Хорошо, приходите завтра, только сетку берите побольше. Деньги были большие. Вот. И вот этой бумажечки, значит, не очень. Бумага была дешевая. И нам не очень на хорошей бумажечке. Мы издавали невероятно огромные тиражи. Вот. И был даже случай, когда мы издали, значит, книжку, тоже написанную отцом Геннадием, «Стол», потому что надежды на публикации тогда не было. Вот. А мы, значит, издали книгу, вот она у нас, собрание сочинений, «Свет и тени Голгофы». Вот. Потом, значит, дальше пошла издание, да, и вот что вот эта книга «Свет и тени Голгофы», глава, мэр города Дмитрий Викторович Шашков решил сделать духовный подарок каждому жителю города. Представляете, какая атмосфера была духовная тогда? И он в дар, значит, мы издаем эту книгу в дар,
и она попадает к жителям города Енисейска, где в Успенском соборе настоятелем автор этой книги будет отец Геннадий Фас. Затем мы издаем «Енисейск православный». Это очерк отца Геннадия. И это что удивительно, что мы впервые было интересно читать, что он рассматривает историю с точки зрения духовной, состояния духовности в обществе. Эта книга настолько востребованная была, что ее вот переиздали в прошлом году, дополнили, переиздали сами енисейцы. Она у них сейчас, эта книга, есть уже во втором издании дополненном. Вот это «Енисейск православный». Вот. И вот что интересно, что мы с этой книжкой, мы тоже получали какой-то опыт, мы менялись. Вот, и издали в Енисейске православном, мы напечатали впервые Лукевой на Синецком, который дважды был у нас в ссылке в Красноярском крае, вот он наш владыка, был нашим красноярским владыком, боролся с обновленцами. Вот, мы, значит, о нем впервые напечатали героя войны 812 года Данииле Ачинском, который в заграничном походе был, вот, «Тихий свет зерцал», там и служба была ему, и очерк небольшой. А из этой книжки выросла уже моя книжка про старца Даниила «Отзовись, брат Даниил». Ну вот мы как-то возрастали духовно, и что интересно, если бы мне сказали, когда я работала в нашей партийной газете «Красноярские рабочие», ты будешь издавать богословскую литературу. Я бы не смеялась, я бы сказала, ну какая, что за шутки-то такие? Какая богословская литература? Я богословская литература. Вот поразительно, как Господь ведет. Я, значит, и тут отец Геннадий говорит, после издания «Семь дней на Святой Земле», а вот эта книга «Семь дней на Святой Земле» после поездки отца Геннадия на Святую Землю была создана, от нее произросла потом в 2014 году книга отца Яна «До Синая и Сиона». Это уже мы рассказываем, не только отец Геннадий рассказывает, я рассказываю, рассказывают его духовные чады, такой коллективный сборник о путешествии на Святую Землю. Это уже из нее произросла. Вот так интересно рождаются книжки. Вот, и богословская литература. Вы знаете, это сложнейшие вещи, и меня только, знаете, что поражает? Что даже когда я святотень Голгофы взяла, это же пассии великопостные, страдания Христа, я удивлялась тому, что я как понимаю все. От чего я понимаю, не могу понять, но я понимаю все. А некоторые люди брали потом книжку, говорят, ой, так читать сложно, мы не могли понять. И вот это вот происходит трансформация уже с нами. И тут отец Геннадий говорит, что вот у него есть песня «Песни царя Соломона». Вот такой труд, он трудится. Вот. И в результате, в итоге, мы издаем толстую, яркую, пасхальную книгу «Песнь песней», толкование на «Песни песни» отца Геннадия. Отец Геннадий защищает на кафедре Ветхого Завета, да, защищает, значит, кандидатскую, становится кандидатом богословия. То есть вот то, что он писал, все это практически в стол, оно уходит к людям. Только за 10 дней мы, за 10 лет, за первые 10 лет мы, значит, издали книг на общественных началах, не преследуя никаких коммерческих целей, а более 100 тысяч экземпляров. Они расходились очень тогда, читатели были благодарны, и хорошо, они просто уходили в семинарии. И вот тут я в примечании написала, как много адресов они ушли, и очень пригодились семинаристам. И вот получилось так, что вот это духовное просвещение расширялось богословским, созданием богословских трудов отца Геннадия. Потом вышел толкование на «Апокалипсис», которое востребовано, переиздавалось уже после нас, но мы первое его издали. Значит, цель наша была выпускать современную литературу, никаких перепечаток. И поскольку был отец Геннадий, значит, очень много у него было работ,
то вот именно получалось, что в основном нам удавалось вот в это свободное время вот на таких общественных началах издавать именно вот его труды. А вот «О тихий свет зерцал» я говорила, вот эта книжка о старце Данииле, а потом пошли такие тоже очень ценные для студентов, для учащихся семинарии, пошли ценные этюды по Ветхому Завету в двух томах. Мы пытались оформлять книги не старообразно, вот с теми виньетками старинными, вот то, как было прежде, до революции, а пытались вот их издавать, оформлять современно, начиная вот с «Небесной лестницы», «Духовных бесед» с этих. Потом пошло, и вот когда какой-то предел усталости наступил, пошла еще книга отца Геннадия «Толкование на Экклезиаст». И новое осмысление уже. Вот. А потом отец Геннадий, значит, был передан в руки издательства московского «Никея». Вот, передан бережно. Ну, вы понимаете, сначала это было только на Дударево, 28, город Енисейск, все было. Потом его, значит, светильник поставили повыше, все пошло по краю, и по, где-то по России, и за рубеж мы отправляли. То есть за рубеж начал уже читать, узнавать. А вот, а потом, значит, вот пришла пора, когда московские издательства, уже профессиональные издательства, которые все умеют здорово, ловко распространить и так далее, и тому подобное. А, то есть имя отца Геннадия обретает все большую известность для того, что, наверное, чтобы люди приобщились к его работам, которые я, знаете, как называла, есть фатическое богословие, есть апофатическое богословие. А я говорю, знаете, у отца Геннадия поэтическое богословие. И вот я думаю, то, что свидетельство того, что отец Геннадий востребован, это самое, значит, это насколько востребован, вот сегодняшняя встреча в центре Москвы, в Покровских воротах, да, значит, и его вот эти проповеди, я не так много и слышала, мы жили в разных городах, мы жили в Красноярске, а отец Геннадий в Енисейске, но его проповеди, они тоже обладают вот этой силой поэтической. То есть где-то вот в душе отец Геннадий поэт, поэтической силой, и, ну, естественно, изумительной такой богатой святоотеческой традиции, и, значит, и вот этой логики, которая изумительная, духовная вот эта логика, когда она завораживает. А вот, вот таким образом, еще одно слово хочу сказать, что делалось это малыми силами. А вот в начале стояли, значит, вот я с 93-го года, да, я вот возглавила вот это все, это журналист. А потом, значит, со мной была, очень помогла на первом этапе в оформлении, тоже журналист, моя однокурсница Людмила Винская. Ну, она потом, она сейчас доцент Сибирского федерального университета. И, значит, неизменно был наш исполнительный директор, который находил адреса и рассылал повсюду, Игорь Викторович Миндалев, доцент Сибирского агроуниверситета. Вот. И еще была одна журналистка, которая набирала рукописи, отец Геннадий от руки ж писал, и она вот эти рукописи Валентина Ефанова, Челознова Ефанова. Огромное спасибо, Валентина. Я думаю, что можно вас аплодировать за эту огромную работу. Я хочу подарить вам вот эти от Саяна до Синая Сиона. Ага. Спасибо большое. Вот, чтобы они у вас были. Первенец наш, да. Небесная лестница, духовные беседы. И в заключение вот я хочу сказать, да, и в заключение я хочу сказать, что из книги о Данииле Ачинском, герое войны 812 года, уже у меня произросла книга, значит, посвященная таинственному старцу Федору Кузьмичу, который жил на территории Красноярского края 21 год, и по легенде это император Александр I. И я взялась только ради того, чтобы вернуть его имя нашим людям, ибо все было предано, закатано в асфальт и предано забвению. Я прошла по его следам вот, и сделала книгу
Ты знаешь тайну имени моего по следам старца Федора Кузьмича. Просто скажу сейчас, если кого интересует это образ этого святого старца. А я вначале самонадеянно решила, хочу подарить вам эту книгу. Спасибо. Вот, а я, значит, самонадеянно решила, я не, это был великий святой, всем известный великий святой Федор Кузьмич. А вот, я отойду от императора, я не буду этой версии себя, значит, это как-то приверженец этой версии. Я буду только о Федоре Кузьмиче, у меня это ничего не получилось. Император шел следом за мной до самого конца. Потом мы провели 6-7 форумов, посвященных ему, и так далее, и тому подобное. И еще эта тема продолжается. Неожиданно нашелся старец, ровесник, практически Федора Кузьмича, тоже из аристократии этой питерской, Василий Каптеревский. Вот, значит, он умер в 907 году в 114 лет. И вот сейчас я хочу туда ехать, в Каптерево, не знаю, будет ли что, но может очерк какой-то будет еще об одном сибирском старце. Жизнь, вот такова Сибирь. Жизнь бурлит, я понял, это мы поняли, спасибо большое. Спасибо большое, Валентина. Отец Геннадий, из вот всех этих, как я понимаю, вы сначала начали писать, стали священником, писали, а только потом получили образование. По крайней мере, как библист, как экзегет. Я после школы поступил в университет, получил образование физико-математическое, физик-теоретик. Uh-huh. Вот, и немножко даже работал в этой области квантовой физики. Ну, вот так. А как в советское время было принято, послушник при каком-то храме, священный сан, а потом образование духовное. Да, то есть я сначала стал священником, а потом поступил в духовную семинарию и уже заочно получил образование в семинарии академии. Ну, вот так. Вот. И мой вопрос был, из всех книг, которые сейчас Валентина нам перечислила, есть что-то, за которое вам не то что стыдно, но вы говорите, ну, это все-таки детское сочинение, это раннее, или нет? Каждая книга, каждая мысль дорога сама по себе, как часть становления. Каждая книга – это мой ребенок. Вот и все. Каждую люблю. Вы ничего не отрекаетесь из того, нет, что написано. Все. Другое так... дело, что если бы сегодня писал, может быть, вот «Апокалипсис» был написан, но еще в диаконстве. Я еще вообще молодой человек. Вот, советское подполье еще писал. А издано через 20 лет. Я так подумал, да, тем более уже столько появилось материала, можно было бы многое что-то и по-другому написать, а потом посмотрел, думаю, нет, все останется как тогда. Спасибо. И сейчас у нас третья часть, и я хотел бы пригласить сюда отца Арсения Соколова, который мне поможет немножко ввести. Тут сейчас все-таки мы поговорим о книге. Мы вообще собрались, потому что книга новая вышла, да, у отца Геннадия. Поэтому мы об этой книге поговорим. И отец Арсений Соколов, представитель Русской Православной Церкви в Дамаске, и тоже библист, можно сказать, экзегет. И я думаю, что они и в том числе на этой почве дружат с отцом Геннадием. Мы что, начинаем с сюрприза или в конце сюрприза? Как это будет? Давайте потом. До вопросов. Потом будут вопросы зала также. Поговорим немножко об этой книге тогда. Отец Арсений написал введение к этой книге, поэтому... С кого начнем? С вас или с отца Геннадия, чтобы говорить об этой книге? Давайте, отец, скажите несколько слов. Почему вы согласились подписать предусловие к этой книге и что вас связывает, может быть, с отцом Геннадием? Спасибо. Ну, проповеди отца Геннадия я впервые услышал на излете советской эпохи в последние годы перед... постсоветской России, еще в старой советской России, в Енисейске, 90-й год, 91-й, вот тогда я впервые имел возможность услышать проповеди отца Геннадия.
Что главное для меня, это вот отец Геннадий, когда он говорит проповеди, произносит их, проповедь — это вообще устный жанр, и книга письменная проповеди по отношению к устной проповеди, она всегда будет вторичной. Вот если слушаешь живые проповеди отца Геннадия, то важным очень является, прежде всего для меня, но я думаю, что это и вообще важно для проповедника, у него в центре проповеди всегда стоит Слово Божие, которое содержится в Священном Писании Ветхого и Нового Завета. Проповедь отца Геннадия является истолкованием и актуализацией для к той аудитории, к которой он обращается, именно Слова Божьего, которое прозвучало когда-то давно, не сотни, а даже тысячи лет тому назад. И вот как это Слово Божие услышать сегодня, прочитать, интерпретировать, объяснить и предложить способы его исполнения. Таковой, собственно, и должна быть литургическая проповедь. Литургическая проповедь – это не душеполезные беседы, это не нравоучения, не поучения, не нотации, и уж тем более нельзя делать амвон политической трибуной или еще какими-то. Хотя в проповеди может быть, конечно, и поучение, и наставление, и примеры из житий святых, и цитаты из святых отцов, но суть литургической проповеди, я сейчас говорю только о литургической проповеди, потому что перед нами сборник именно литургических проповедей отца Геннадия, вот литургическая проповедь, она исполняет лишь две функции. Все остальные функции для нее чужды. Это истолкование Священного Писания и его актуализация, то есть объяснение, как применить его той аудитории, к которой ты обращаешься, и прежде всего, как тебе самому исполнить это самое Слово Божие. И вот в каждой проповеди, которую произносит отец Геннадий в храме, ну и за пределами храма, кстати, тоже, в храме во время богослужения, центром этой проповеди является именно Слово Божие, содержащееся в Священном Писании. Это пример библейской проповеди, и в этом самом отец Геннадий вполне следует традиции, церковной, православной традиции гомилетической, которая восходит к самым первым временам христианства. Если мы возьмем гомилии или беседы, хотя беседа – это уже не гомилия, это уже не проповедь, это нечто другое, но близкое. Если мы возьмем древние гомилии, которые до нас дошли, то там мы тоже увидим, что и у отцов церкви всегда в их гомилиях, в классических гомилиях, на которых учат студентов гомилетики, всегда в центре стоит тоже Священное Писание, тоже Слово Божие. И вот не бабьи басни, а именно Слово Божие является центром проповеди отца Геннадия. Он его сам переживает, он над ним размышляет, он словами Священного Писания молится, а потом плод вот этого молитвенного размышления над словами Священного Писания он предлагает своим слушателям, своей аудитории, и проповедь у него всегда именно в том месте, которое единственное является логическим для проповеди местом, и никакого другого места в литургической проповеди быть не должно. То есть проповедь звучит сразу после услышанных отрывков Священного Писания. Апостол, Евангелие или Паремий. Вот и сразу после них, после того, как народ услышал священные тексты, отец Геннадий произносит проповедь. И опять в этом также он следует церковной традиции. Здесь в этом сборнике собраны проповеди, которые отец Геннадий произнес в Абакане. К сожалению, я не мог их слушать устно. А устная проповедь, ну какие у нее преимущества? Проповедник общается глаза в глаза со своей аудиторией, он чувствует реакцию своей аудитории, своей паствы, к тому, кому он произносит проповедь. А сам проповедник при этом не только говорит какие-то слова, он еще и жестикулирует, паузы бывают, повышение, понижение тона, ритм, скорость проповеди. Этого всего в тексте, текст этого лишен. Поэтому проповедь – это всегда, проповедь письменная – это всегда консерва подлинной проповеди устной. Но вот если бы у нас не было таких традиций консервировать устные проповеди, у нас не было бы ни
гомилии Анны Златоустова, ни проповеди Григория Великого, ни многих и многих других древних проповедников, да, и проповедников более близких нам по времени. Вот не все имеют возможность, я вот, например, не имею возможность каждое воскресенье летать в Абакан и слушать проповеди отца Геннадия, но зато пусть и в письменном виде, но я могу почитать эти проповеди и получить для себя назидание. Я думаю, что и каждый читатель тоже будет рад такой возможности. Это первый, насколько я понимаю, сборник литургических проповедей отца Геннадия. Если не считать то, о чем сказала Валентина, если не считать вот этих гомилий, которые были произнесены еще в начале 80-х годов, когда отец Геннадий был совсем молодым священником, только-только рукоположенным, и вот, ну, не только, ну, несколько лет прошло после рукоположения, да, и в Енисейске произносил гомилии, посвященные страданиям Христа, искупительным страданиям Христа. Это тоже были проповеди, вот, «Свет и тени Голгофы», которые вы знаете, это проповеди на паремиях. А вот теперь у нас получается тоже сборник проповедей, ну, которые в основном это воскресные проповеди, проповеди после чтения евангельских текстов на божественной литургии. Вот. И поздравляю отца Геннадия и поздравляю всех нас, издателей, конечно же, следует поблагодарить, что они взяли на себя труд издать эти проповеди, и надеюсь, что они принесут духовную пользу всем нам, благодарным читателям проповеди отца Геннадия. Спасибо. Спасибо, отец Арсений. Я просто... Да, можно. Я просто добавлю к тому, что сказал сейчас отец Арсений, о том, что издателям, я думаю, наверное, и автор тоже, но удалось сохранять именно вот этот устный жанр. Когда читаешь эту книгу, да, можно легко представить, наверное, отца Геннадия, который там говорит, задает вопросы, ждет ответ, на что-то подчеркивает своим тоном. Мне казалось, что редакторы издательства сделали прекрасную работу и смогли сохранить такой живой тон проповедника. Скажите несколько слов, мне интересно, последние четыре главы, ну, последняя глава, скажем, четыре проповеди, Пасха в Вифлееме, в Назарете, на Голгофе и в Иерусалиме. Я просто не понял, это то, что вы сказали, когда вы там были, или вы просто об этом вспоминали у себя в Абакане? Дело в том, что пассии, они же бывают каждый год, Великим постом, по воскресным вечерам. И после возвращения из очередной поездки на Святую Землю, это уже в Абакане, как раз великопостные проповеди. Их четыре бывает Великим постом. Вот и, соответственно, эти четыре проповеди произнесены в Абакане по воскресным вечерам на службах пассии. По, естественно, запитанные там. Запитанные там, а произнесенные на богослужениях пассии в храме. Вы тоже были изменены своим посещением Святой Земли? Посещение Святой Земли – это один из самых прекрасных даров, которые я получил от Господа в этой жизни. Я думаю, что надо всем сказать, что нужно обязательно поехать на Святую Землю и в паломничество, и посещать эти места. Это меняет полностью картины прочтения Нового Завета и Библию в целом, скажем так. Да, да, спасибо. Да, отец Арсений, у вас пакет. Расскажите нам. У меня есть приятная обязанность, приятное поручение от Союза писателей России. Эта книга, ее автор, издатель, и автор, и книга награждаются премией Союза писателей. У меня с собой диплом. Диплом лауреата премии «Имперская культура» имени Эдуарда Володина по разряду «Душеполезное чтение». Награждается протоиерей Геннадий Фаст Абакан за книгу «А вечность уже началась». Союз.
И медаль Союза писателей России. Позвольте, отец Геннадий, вам ее вручить. Ваш писательский труд оценен Союзом писателей России. Благодарю за это признание, за этот дар. И, соответственно, в вашем лице, вы член Союза писателей России, благодарю Союз писателей за это награждение, за признание, за благодарность от меня. Спасибо, Господи. Я думаю, что пора немножко отдать слово в зал и предлагать им задавать вам вопросы. Еще есть что-то, которое вы хотите сказать об этой книге, отец Геннадий, которое для вас очень важно, которое не прозвучало до сих пор. И мы можем передать микрофон в зал. Слово есть письменное, слово есть устное. И есть ораторы, есть писатели. Склонность к тому и к другому у меня была из детства. Писать начал в первом классе сказки, собственного сочинения, три тома написал. Вот, общие тетради имеется в виду. Да. И слово устное, слово проповеди. Давно появилось желание, чтобы записать. И ничего не получалось. Причем знающими людьми мне было сказано, что это невозможно, что есть книжно-письменная речь, вот садись и пиши. Я много в своей жизни садился и писал. Книги получились. А тут говоришь, вот и говори. А одно с другим не совмещается. Вот, допустим, «Свет и тени Голгофа», которые здесь упомянуты были, они были произнесены, но потом я сел за стол и их написал. Поэтому они получились несколько более пространны, чем говорились. И это все-таки уже некий такой трактат, который был написан. Книга, о которой сегодня идет речь, это, можно сказать, мечта, чтобы она появилась, и вот она появилась. То есть эту книгу я не писал, эту книгу я говорил. И эту книгу и всем советую не читать, а слушать. И мне очень приятно то, что я от вас сейчас услышал, что вы ее тоже не читали, а слушали. То есть что вы не видели перед собой текст, а вы слышали говорящего. Как она произошла? Тут надо упомянуть имя, здесь, конечно, никому не знакомой, некой Ольги Перепелкиной. Это наша прихожаночка, чтец приходской. Вот. Она пожелала что-нибудь сделать хорошего. Ну, я возьму да предложи, а вот попробуй проповеди расшифровать. Проповеди записываются на каждой службе. Я лично их никогда не слушал. Ну, наверное, это вполне естественно. Вот. Она говорит, ну хорошо, отберите. Я говорю, если я буду отбирать, я не отберу никогда. Потому что, чтобы отобрать, надо сначала прослушать. А чтобы прослушать, надо слушать. А я ничего этого не делаю. И вот это целиком ее заслуга. Она сама все это прослушивала, ну, много что прослушала. Это ее выбор, то есть она, можно сказать, составитель. Она выбирала проповеди и почти без изменений. Кажется, один раз я что-то изменил. А так все это она сама отобрала, расшифровала. Вот. А уже то, что она написала, я редактировал. И вот тут как раз мы попытались сделать то, что вроде как, ну, невозможно, что ли.
То есть какими-то орфографическими методами передать устную речь. Ну вот сколько получилось, это на суд то ли читателя, то ли слушателя этой книги. Вот, то есть мы попытались ее сделать, ну она же книга все-таки, а поэтому она написана, значит орфография, значит буквы и все такое. И попытались передать. Проповедь – это диалог говорящего с слушателями. Это диалог говорящего с теми, о ком он говорит. Это диалог говорящего с самим собой. Это диалог говорящего с Богом. И вот все эти диалоги мы попытались здесь передать. Ну вот насколько удалось. А потом появились проблемы, где издавать. Одно издательство, другое издательство, и там не случилось. И вот вдруг человек, которого никогда в жизни не знал, звонит и говорит, что хочет сделать сайт моего храма, где я служу. Я его спрашиваю, на какой он улице живет, а он живет в Москве. Так-то 4000 километров с лишним расстояния. Какой сайт, что сайт? И тогда вдруг, а вот если бы текст издать, попробуем. И буквально что-то через день-два он мне звонит, что уже нашел издательство, и они согласны. Вот, это Николай Астахов, он здесь присутствует. Да. И так появилось издательство «Вольный странник». И они приняли вот эту Ольгину расшифровку, мою авторскую редакцию, и сами поработали над этим текстом. Результатом этого вот эта книга. Ну вот, как-то так, немножко о происхождении этой книги и о ее специфике. Спасибо. Вот, большая благодарность от меня от участникам появления этой книги. Я их уже назвал. Это там в Абакане это Ольга, здесь это Николай, который вот так вышел, и, конечно же, Анастасия, редактор этой книги. Вот с ней мы никогда в жизни не виделись, а общались только, ну вот, в телефонном режиме, WhatsApp существует, Viber, да. Таким образом шла вся наша совместная работа, и увиделись мы уже после того, как книга вышла в свет. И поэтому от меня большая благодарность вам лично и другим сотрудникам издательства, отцу Матфею, владыке Тихону, ну и всем, кто причастен к тому, что эта книга появилась. На самом деле, если можно, просто хочу перейти к вашему последнему уже блоку. Нет, как раз из зала. Вот, потому что на самом деле я была совершенно потрясена полученным. Николай Астахов, спасибо Николаю. Вот, но он присылал мне довольно много всяких предложений, вот, но когда я получила вот текст, собственно, на личную почту сначала отца Геннадия, я просто села и стала читать. Я забыла, что я сижу около компьютера и вообще забыла обо всем на свете. Вот, ну и когда мы уже вот посоветовались, вот тут наши сотрудники присутствуют, наши редколлеги, вот Наташа Рублева, Леночка Зубкова, я не вижу. Ну, в общем, мы, конечно, все единогласно сразу поняли, что, ну, это, безусловно, книга для издания. Вот, но я просто хотела бы к отцу Геннадию обратиться как к автору, как читатель. Потому что, читая и перечитывая, то есть слушая и слыша что-то, вот, конечно, получаешь очень много ответов. И самое главное, вот этот огонь веры, который... Извините, я, может быть, буду плакать, потому что на самом деле я выросла в Псково-Печерском монастыре, можно сказать, духовно, когда там было очень много старцев,
И там были люди, которые живой верой тебя все время согревали. И получилось так, ну, как бы мы жили, порхали в молодости там и думали, что так будет всегда. Но, к сожалению, думали, что да, ну, может быть, наши старцы уйдут, придут другие и так далее. Но я по своему ощущению, может быть, я как бы что-то неправильное скажу. Старцы наши ушли, но, а мы оказались негодными. И у меня есть какая-то очень большая внутренняя жажда. И когда я увидела эту книгу, она меня стала напаивать вот водой веры живой. И когда я встретилась уже с Отцом Геннадием сейчас вживую, я благодарю Бога за эту встречу. И хотела спросить один единственный вопрос, который меня больше всего волнует в духовном плане, что мы все как бы пришли к вере по благодати, в основном из неверующих семей. И у нас было у всех призвание, как бы у нас было вот это живое чувство, живой веры. И вот отец Геннадий сегодня рассказал, я этого не знала, что он в 15 лет встретился со Христом вот так. И вот до всю свою жизнь он это несет в душе. Вот как или сохранить, или вернуть мы можем себе вот эту внутреннюю жизнь, которая, когда она была христоцентрична, для каждого был какой-то момент, когда потом жизнь, она отводит нас куда-то. Вот, может быть, я понимаю, что нет рецептов, но, может быть, отец Геннадий скажет что-то, что поможет нам все-таки возгревать живую веру в нашей душе. Лучше, конечно, ее никогда не терять, если Господь ее дает. Да. Я и правда не знаю, что сказать, потому что это не вопрос, на который существует какой-то катехизический ответ. Это вопрос жизни. У Семенного Богослова есть: тот, кто видел солнце, тот его больше ни с чем не перепутает. Он может видеть много другого. Луну, звезды, огонек. Но никогда ничего это не перепутает с солнцем. Христос — это солнце правды, кто его однажды увидел, его уже ни с кем не может перепутать. И вот живой Христос, когда он касается сердца, то апостол Павел сказал, что все остальное почитаю за сор. Хотя все остальное — это было вовсе не сор, это была эллинская философия, эллинская поэзия, это была раввинистическая мудрость. И много другого, что он имел. Но когда он увидел Христа, то он больше ни о чем другом не мог говорить. И вот когда Господь касается сердца, то уйти от этого просто как-то невозможно. И поэтому Духом Святым желаю каждому из вас, чтобы Господь нашел нас в тот момент, когда мы к этому готовы, и чтобы он отпечатлелся в нашем сердце, и чтобы огнем Духа Святаго Христос жил в нашем сердце. Это свыше, это огненные языки, которые сходят с неба. И пусть это будет с каждым из нас. А без этого жизнь по будням ненастья, а в празднике дождь. Я хотел бы пригласить отца Андрея. Отец Андрей, садитесь. Спасибо, Жан-Франсуа. Я не знаю, надо мне садиться или нет. Скорее всего, никакого блока нету касательно меня. Я просто хотел в третьем блоке уже то, что касается выступления из зала. Я как-то вот батюшка ко всему привык, он человек смиренный. Он и сидя говорит, и стоя говорит, ему скажут ложись, он и лежа говорить будет. Я как-то, вот стоя мне более удобно. Я хотел небольшое свидетельство просто сказать об отце Геннадии, о его творчестве, об этой книге.
Ну, во-первых, отче, как вы рассказали о погружении тогда вот в 15 лет в бездну и во мрак, и что вас спасала только Иисусова молитва. Я думаю, на сегодняшнем вечере вас тоже спасет Иисусова молитва, потому что вам сегодня столько придется и пришлось услышать про себя такой панегирик, столько хорошего, а вы этого не любите и считаете неспасительным, поэтому молитесь. Вот. Вот и я сейчас буду говорить, а вы молитесь Иисусовой молитвой. Я немножко так разрядил обстановку, потому что если я буду говорить об отце Геннадии, вот он сейчас в самом начале рассказывал о жизни своих родителей. Не так давно мы почитали воспоминания его мамы, напечатанные кем-то из внуков, и тоже плакали. А потом еще несколько раз прослезился. И вот говоря, я про себя уже говорю, говоря об отце Геннадии, я бы мог много раз прослезиться, потому что знаю его, мы с матушкой знаем его с 88 года, его семью. И это для нас в вере все. Это наш Авва, это наш учитель, это тот свет, который, по словам, по-моему, по словам Антония Сурожского, который сказал, что если не увидите отблеск божественной славы на лице кого-то из людей, не сможете уверовать. Вот мы увидели этот отблеск и уверовали. С 88 года, первые 2,5 года, я был свидетелем, наверное, ежевоскресной проповеди отца Геннадия. Тогда это был молодой еще священник, 30 с лишним лет. Потом, когда сам рукоположился, изредка на каких-то соборных, может быть, службах, благочинии, при архиерее, изредка слышал и видел, как меняется, в общем-то, меняется человек внутренний, меняется его мировоззрение, его знания, его богословие, меняется возраст, меняется и проповедь. И вот сейчас эта книга. Проповеди уже маститого старца. Очень интересно, что как будто бы парадоксально. Вот я бы сказал, что это скорее проповеди очень часто задиристого мальчишки. А тогда, в 30 с лишним лет, это были проповеди часто ученого такого мужа. Вот отец Геннадий, у него есть один дар, в отличие от многих людей, которые сегодня стараются говорить о простых вещах очень сложно. Вот я как-то вращаюсь в интеллектуальном каком-то мире. Ну до чего в последнее время научились говорить сложно о простых вещах? Поразительно, да и с какими-то еще всякими терминами, всякими измами. Я не могу, это англоязычно, но я понимаю, что глобализм, никуда от этого не деться, и вот вся вот эта языковая революция, наверное, мы уже мастодонты, и динозавры, и это невозможно воспринять. Но вот как раз в отличие от таких, кто говорит сложно о простых вещах, отец Геннадий умеет говорить очень просто о сложных вещах, о поразительно сложных вещах. О богочеловечестве Христа, о Троице, о пророках, о Духе Святом, о котором вообще в православии говорить не очень принято. Это мне так однажды один священник сказал: «Батюшка, вы что, они там о Духе Святом говорят?» Он говорит о таких вещах очень просто. И это действительно дар. Причем в научной литературе, в огромных книгах богословских, которые он пишет, не одну написал, в лекциях, которые читает, по-моему, 30 с лишним лет, 2 раза в месяц, да, батюшка? Или ежемесячно, по крайней мере, точно. Поразительное постоянство. И в проповедях. Просто о сложных вещах. Я был свидетелем,
Кстати, некоторые проповеди конца 80-х, начала 90-х, где-то, наверное, на кассетнике и даже у меня сохранились еще записанные. Надо будет как-то поискать. Да, потому что ведь его проповеди, вот это первый сборник, который издан, а сколько их было сказано. Я был свидетелем, как писались с Валентиной и Людмилой, составлялись первые книги, и был свидетелем отцом Геннадием, конечно, да, я говорю, с вот эти вот диалогичные книги, вот и «Воскресни, птиц Феникс», этот разговор и прочее все. И был свидетелем того, как писалась кандидатская диссертация, которая потом стала книгой толкования на книгу библейскую «Песни песней». Отец Геннадий 3 года подряд, он мне рассказывал так в наших каких-то беседах, как это происходило, вставал в 4-5 утра, каждодневно, и на сколько-то часов с утра садился писать. Вот это утро перед Богом, утро перед этой книгой было, а потом начиналась какая-то жизнь, пасторская, семейная и все остальное. И ведь Господь дал сил и хватало. Представьте себе, 3 года каждый день вставать, а при этом часто ложился еще и за полночь, потому что мы-то ему не давали спокойненько ложиться в 9-10 вечера. Это было замечательно. Писалась она, сидя за простым столом, в абсолютно аскетичной обстановке для Москвы, енисейской деревни. Это вот для нас, вот с Валей, вот с батюшкой, матушкой, это город нашей духовной, так скажем, жизни, город сибирской славы. А для москвичей это глухомань, это деревня. И вот в этой деревне писалась эта книга. За окном был абсолютно депрессивный пейзаж. Это я уж как архитектор говорю. Как можно было, глядя на какой-то железобетонный угол обшарпанного детского садика, на какие-то ямы рытвенные, на соседнем огороде, на каких-то кроликов и куриц под окном, писать те мысли, которые были там написаны. Но вот они были написаны. Поистине все великое создается вот в каких-то таких обстоятельствах. Хорошо, что не в тюрьме еще пришлось ее писать. Вот эта книга проповеди, если теперь об этой книжке проповеди, я несколько уже успел почитать. Здорово, что здесь они другие, я уже сказал, чем те, которые говорились 30 лет назад, которые я застал. Они очень диалогичны. Вот раньше этого не было. Раньше батюшка какую-то задумывал композицию, и по этой композиции делал, рисовал некую картину, писал. Ну, какая уж там в проповедь уместится. 20 минут, полчаса, 40 минут. А здесь идет диалог. Здесь те, кто стоит в храме, очень часто провоцируются даже на какой-то ответ. Не знаю, дерзают абаканские слушатели отвечать или нет. Отвечают, да? Вот. Но каждый раз, когда задается некий риторический вопрос, хочется действительно на него как-то ответить. И это здорово. И вот таким простым языком, простым диалогом человек приглашается ко встрече со Христом. Отец Арсений упомянул о том, что все слово и вообще все творчество отца Геннадия глубоко погружено в Священное Писание, и это так. Я бы еще сказал, что Священное Писание – это же Слово Божие, то есть книга, которая вся о Христе. И вот все творчество отца Геннадия, конечно, вся его жизнь и каждое слово – это все о Христе. Все вокруг Христос. Как же эта фраза? «И ничто, кроме Христа», да? Все Христос и ничто, кроме Христа. Я ее запомнил. Рассказ отца Геннадия в начале о своей жизни, о своей вере, он как-то очень сразу задал такой серьезный тон, серьезный, я бы сказал, отношение
к себе самому, к вере, к Богу, к делу спасения, просто и серьезно. Вот я думаю, что вот это какой-то, ну, такой вот, такая стяжечка, которую можно сказать, вот такой вот стежок и всей жизни отца Геннадия, и вот действительно вот всего творчества в лекциях, в книгах, в проповедях, в богословской литературе. Серьезно, глубоко и просто. Спасибо, отец Геннадий. Я сейчас хочу передать микрофон в зал просто за ваши вопросы. Я просто вам прочту одно замечание на Фейсбуке. Немножко это каким-то образом может быть ответ на то, что Анастасия спрашивала. Я комплименты не буду читать. Но мы были в паломничестве, заехали в гости, вместе молились на литургию. Прошло 10 лет, а радость от совместной молитвы всегда в памяти. Благодарность Богу за очередную чудес, за книгу отца Геннадия из Волгограда, Юлия. Вот, может быть, есть вопросы у вас в зале? У кого есть вопросы? Спасибо. Ну, благодарю, что вы нашли время, силы приехать. Я от вас, отец Геннадий, узнал от Игнатия Лапкина. У меня вот какой вопрос, который меня волнует. Я, в общем-то, специально для этого приехал. Я работаю в школе, преподаю основу православной культуры. 6-7-8 класс. Вот. И, ну, может, вы, наверное, тоже знаете, что где-то вот на 6 классе наши школьники стремительно, скажем так, культурно мигрируют в какую-то другую эстетику, символику, явно не христианскую. И вопрос у меня вот какой. Вот представьте класс, 25 человек, и мне задают вопросы, я отвечаю, и кто-то из школьников, чьи-то родители водят детей в храм, а кто-то попали случайно, но среди этих 25 человек есть качающиеся, и они наблюдают за, скажем, за нашей схваткой, когда мне поступают какие-то провокационные вопросы. И мне хотелось бы услышать, как бы вы ответили, вот как бы в этой ситуации, как учитель основ православной культуры, допустим, 8 класс, на два вопроса. Первый, что значит добрые дела? И второй, а зачем делать добрые дела? Спасибо. Спасибо, Господи. Вопросы, которые... Кстати, ну, 30-40-50 лет тому назад никому бы в голову не взбрело задать, что такое добрые дела, все знали, а зачем их делать, знали тем более. Теперь это вопрос. Я тоже, случается, встречаюсь с молодежью, вот до ковида системно преподавал в двух университетах, там уже в Хакасии. Да, они, современная молодежь, это шокирует вот людей, скажем, нашего поколения. Они реально говорят, что нет добрых дел, или реально говорят, что это бессмыслица, или реально говорят, что их не надо делать. Вот, например, упадет человек, я говорю, надо его поднять? Нет, говорю, но это нет до тех пор, пока не ты упал. Нет, говорит, и меня не надо поднимать. Ты будешь так и лежать? Нет, говорит, я позвоню в скорую. Так им же не надо тебя поднимать. Они за это получают деньги, им надо меня поднимать. Ну, то есть такая логика, которую, ну, нам и во сне не приснилось. Да, но это наши внуки. Наши, это я имею в виду, вот наше поколение. Кому-то дети. И это... Теперь есть. К счастью, далеко не все такие. Есть дети, которые очень хорошо знают, что такое добрые дела и зачем их надо делать. Вот. А вот с этими детьми, я даже не скажу, что у меня есть рецепты, как отвечать этим детям. Я думаю, сам Господь их будет научать, что такое добрые дела.
это дела, преисполненные любви. А для чего их надо делать? Ну вот для тех, кого это непонятно. Помню, когда еще изучал физику, был такой у нас очень сильный профессор, теория поля, ну, догадывайтесь, что это может быть. Когда две доски полностью исписаны формулами, и вдруг он вспоминает, что вообще-то есть еще и студенты, он посмотрит, а если вам это непонятно, а все смотрят на все эти иероглифы, то я, говорит, вам ничем не могу помочь. Но если детям, если вам непонятно, для чего нужны добрые дела, то я вам ничем не могу помочь. Тут, наверное, каждый раз Господь пошлет какую-то мысль. Иногда это должно быть острое словцо, иногда смешное, иногда доброе, иногда сердечное. Но как-то вот... Потому что, ну, сама логика, зачем нужны добрые дела, и что это за дела, которые добрые, да. Ну, да, это такие вопросы современная школьная и студенческая молодежь, она задает, и им эти вещи не очевидны. «Миром правит капитал» — это мы, опять, наше поколение, мы изучали это, вот, буржуи, капиталисты. А теперь действительно миром правит капитал. И поэтому есть дела успешные, неуспешные, дела полезные, неполезные, вот, дела приятные, неприятные. А вот дела добрые, недобрые, тут вот, оказывается, есть проблема. Вот так вот. Я думаю, что все равно Господь не отнимает ни совесть, ни образ свой, ни у кого, и в том числе и это поколение. Вот. Поэтому... Каким-то сердцем надо отвечать. Здесь логика не ответишь. Здравствуйте, отец Геннадий, меня зовут Елена. Я хотела бы вот задать вам такой вопрос. Я люблю читать православный журнал «Фома», и там Андрей Ефанов, протоиерей, он на письма читателей ответил так, что... Конечно, ребенок в браке – это хорошо, но на всякий случай напоминаю, что смысл и цель брака в любви и отношениях мужа и жены. Цель брака – это единство супругов. Дети, конечно, в браке могут быть, а могут и не быть. Тут уж как Бог даст. И хотелось бы узнать, вот, по-вашему, в чем смысл брака? Смысл брака? Здесь двуединое. Такое действие, будут двое в плоть едину, а плоть в данном случае это не только плоть, имеется в виду телесно. Когда сказано, что слово стало плотью, то это не значит, что только телом. Это ересь, а это означает, что и душа, и дух, все было во Христе. То есть, когда слово стало «двое в плоть едино», это и в единую душу, и в единый дух, и в единую плоть тоже. То есть, брак – это воссоединение в любви, восстановление в любви полноты человеческой природы. То есть, полнота человека – это муж и жена. Бог сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их. И это, конечно, первичная задача брака. Это Бог изъял из мужа ребро, и теперь оно к нему возвращается. И это любовь, вот. Союз любви, воссоединение в любви. А плод этого воссоединения – это дети. Потому что если... Как иногда в православной среде можно услышать, что цель брака – дети и все, тогда муж и жена – это детородильный аппарат. Но вот это не так. И дети действительно могут не быть. Но если наоборот, что это вот только партнеры, а дети могут не быть, то это тоже очень плохо. То есть дети могут не быть только в одном случае, если их Господь не дает. А полнота семьи – это, конечно, то и другое.
это воссоединение в любви мужского и женского начала и тем самым восстановление полноты человеческой природы, а результат, плод этого союза – это дети. Об этом тоже Господь тут же еще нашим прародителям и сказал. Но вот эта двуединая задача, она неотделима друг от друга, поэтому ведь и между родителями и детьми – это же тоже, что нас соединяет. Нас соединяет любовь. Вот. И появляется гнездо, как основа жизни, из этого гнезда вылетают птенцы, в том числе и те самые сергиевые птенцы, то есть монашествующие. Они же все появились из этого гнезда. Вот. Ну, так что... Еще есть вопросы? Здравствуйте, меня зовут священник Александр. Я хотел бы прежде своего вопроса поблагодарить тоже отца Геннадия и его семью за свидетельство веры. Вот, потому что был задан вопрос о том, как нам сохранять эту живую веру. Мне кажется, тут еще многое упирается в слова апостола Павла «Поминайте наставников ваших». Вот я только один раз служил божественной литургии с отцом Геннадием. Так довелось в городе Енисейске несколько лет назад. И вот до сих пор можно сказать, что каждая литургия, которую я совершаю, она, ну, как бы возгревается той совместным служением, которое было тогда, вот, и в том числе проповеди, которые сказал отец Геннадий на той литургии. Конечно, он уже не помнит их очень много, таких у него ярких и прекрасных. Была сказана проповедь о насыщении 5000 пятью хлебами, двумя рыбками, а после этого отец Геннадий повернулся и начал молиться, и в том числе о том, о чем говорил на проповеди. Меня это очень сильно поразило тогда. Вот. И спасибо вам за пример вашего служения. Ну, а мой вопрос от представителей молодого духовенства. Вот скажите, батюшка, как вы готовитесь к проповеди? Всегда ли вы готовитесь к ней? И как вообще это вот формально происходит, неформально? И хотел бы еще один вопрос вставить. У нас вот настоятель в прошлом храме, где я служил, такие гонения устраивал на клириков, если они говорили проповедь дольше 7 минут. Вот как вам кажется, должна ли проповедь как-то ограничиваться в этом смысле, ограничивать ли своих клириков? Вот. И, наверное, из этого вопроса вытекает вопрос места проповеди в божественной литургии. Вот здесь говорилось отцом Арсением о том, что проповедь логично должна стоять после чтения Священного Писания. У нас вот прихожане в моем храме активно борются с этим, потому что говорят, мы устанем тогда, устанем, впереди еще вся служба, как же вот нам ее выстоять, как будто бы хочется, чтобы проповедь была в конце. Вот хотелось бы ваше слово по этому поводу тоже услышать. Спасибо. Спасибо, Господи. Насчет подготовки к проповеди. Да, к проповедям я готовлюсь. Не готовиться к проповеди – это все равно, что приступать к причащению без последования ко святому причащению. Ведь вот даже те, кто уже 50 лет причащаются, они же последование к святому причащению совершают. Вот. К проповеди тоже надо готовиться. Это я как-то уверен в этом. У Златоуста есть проповедь, сказанная без приуготовления. Эти проповеди, они обязательно будут, но они не специально без приуготовления. Если ты вместо приуготовления нажимал на подушку, то потом на амвоне Господь лишит слова, и будешь фантазировать сам. Вот, поэтому надо трудиться. Проповеди надо готовиться, готовлюсь. Как? Но это уже немножко разное. Да, в юности, когда проповедовал, еще в 70-е годы, то готовился 2 недели, проповедь я знал свою дословно наизусть, я знал, что она у меня на 9,5 минуты, а мне вдруг говорили, что у тебя 7 минут, у меня возникала проблема, куда теперь вот эти полторы. Это были проблемы молодого проповедника. Вот. Потом, конечно, не так. Уже теперь такой подготовки нет, но продумать проповедь, найти стержень ее. Но рождается она всегда на амвоне.
То есть она не выписывается дома. Дома продумывается стержень, продумывается мысль. То есть вот этот скелет. А живая плоть, она рождается на амвоне. Потому что если все, как говорится, наизусть, тогда проповедь будет пахнуть бумагой. Вот чтобы проповедь не пахла бумагой. У семинариста хорошо, когда она пахнет бумагой. Это значит, что он готовился. А уже у проповедника, ну, который уже не учится проповедовать, а, собственно говоря, проповедует, хотя учимся мы всю жизнь, вот, конечно, она рождается уже на амвоне. И, естественно, бывают всякие случаи. Например, протодиакон ошибается и читает не то Евангелие, и у тебя несколько секунд на то, чтобы сменить и выйти, и говорить уже без приуготовления. Такое было, да. Такие всякие могут быть казусные ситуации. Ну вот так. Теперь, как готовиться к проповеди, всегда надо об этом молиться. Потом есть подготовка к проповеди, которая никогда не говорит о том, что не прошло через твое сердце, через твою душу. То есть проповедь, это должно быть свидетельство. Свидетельство пережитого. Не просто передать прочитанное. В молодости, может быть, это тоже бывает иногда неизбежно. Но со временем все-таки это все больше переходит в свидетельство. Это проповедь – это свидетельство веры, это свидетели, свидетель верный Антипа. Вот. И проповедь – это свидетельство, свидетель Царства Божия. Это вот тоже очень важно. Потом к проповеди надо готовиться, я бы сказал, вот как молодому священнику, да, всегда, даже если вам вдруг говорить ее не придется. Тот же настоятель не вам благословит ее произносить. Вот это тоже хороший принцип, готовиться всегда. И таким образом как быть всегда приуготовленным к проповеди. Ну вот так. И, конечно же, да, молитва. Приходишь в алтарь утром. Вот входные молитвы, входишь в алтарь, склоняешься у престола, и тут всегда и спрашивать благословения на проповедь. «Отверзу уста мои, наполнится духом». То есть, и Петр, исполнившись духом, отверз уста. Вот эти слова тоже должны не быть, ну, какой-то риторикой. А это что? Исполнился духом, и отверз уста, и начал говорить. Это жизнь, это реальность. И кто ее испытал, тот ее знает. И вот это есть подготовка к проповеди тоже. Ну, а технически для этого есть целый предмет гомилетики. Об этом я, конечно, сейчас в этой аудитории не буду говорить, хотя это ужасно интересно. Вот. Что касается места проповеди, в конце концов апостол говорит: проповедуй во время и не во время. Так что всегда место проповеди. Но в литургии есть ее место. Есть литургия слова и есть литургия таинства. Литургия оглашенных и без проповеди — это уха без рыбы. Все положили, а... Вот. То есть три антифона приготовляют почву сердца, читается апостол Евангелия, произносится слово. И потом идет молитва о здравии, о упокоении и об оглашенных. Вот, собственно, вся литургия оглашенных. То есть литургия оглашенных должна действительно превратиться в таковую. Причем оглашенные в данном случае не имеется в виду обязательно готовящиеся к крещению. У нас в храме иногда может ни одного быть, могут быть все крещенные. То есть вот как раз, ну, служба, все прихожане.
оглашение Словом Божиим в данном случае для всех, а не только сугубо для, как подготовка к крещению. Подготовка к крещению, это часто все-таки совершается, не часто, практически всегда совершается отдельно, как катехизация. А это литургия слова. Слово священнодействие в отношении к епископам, пресвитерам и диаконам в Новом Завете употреблено только один раз. И вот догадайтесь, в отношении чего? Крещения, литургии, освящения домов и воды или чего? Только один раз. Вот в послании к римлянам апостола Павла священнодействие благовестия. Благовестие есть священнодействие. То есть, что такое священнодействие? Внешнее действие и действие Святого Духа. Внешнее действие – это речь говорящего, и при этом действует Святой Дух. Бывает, потом подходит: «Ой, батюшка, вот вы сказали». Ну, слушаешь. И вдруг, и вот я получила ответ, а совсем не тема твоей проповеди. То есть Святой Дух ей отвечал твоими устами и вовсе не по теме, которую ты говорил. Она ответ услышала и нашла. Это действительно священнодействие. Часто говорят: вот пришли, хотели дождаться конца службы, чтобы потом задать вопрос. А его уже не надо задавать, потому что ответ получен. Это действительно священнодействие. Проповедь не может удлинить службу, потому что проповедь и есть служба. Это все равно, что... Ну как, литургия оглашенных, сёда проповеди, есть подготовка к проповеди. А проповедь – это чтение апостола Евангелия и благовестие проповедующего. То есть нам, а когда мы ее выносим куда-то за, после отпуста, то есть как в математике выносим за скобки. То есть тогда мы сразу говорим: это не служба. Служба кончилась, отпуск сказан. Проповедь, она в центре службы. Проповедь, литургия слова и освящение и приобщение к святым дарам, вот двуглавый Эльбрус. И вот к этому, это самому надо пережить, ощутить. И это передавать общине, передавать верным, передавать всем. И это реально есть. А что касается по минутам, самая короткая проповедь, насколько я понимаю, это 2 минуты. Самая длинная – это 5 минут. Это 5 часов. Вот. Потому что после 5 часов тут уже туалетно-буфетные проблемы и так далее. Вот. Дольше уже невозможно. Но это не литургическая проповедь, конечно. Это не и 2 минуты – не литургическая проповедь. Литургическая проповедь, да, она имеет какие-то свои... минутные пределы, а то говорят батюшки 9 минут, а когда 9 минут, а он не кончил, то из алтаря тянут коврик, и он поехал. Ну, значит, ему надо возвращаться в алтарь. Вот. Здесь в пределах разумного. Понятно, что Златоуст мог говорить 4 часа, но я думаю, он 4 часа говорил не на литургии. То есть я сказал, что 5 часов – это, кажется, предел. По-моему, Фидель Кастро тоже говорил 5 часов. Вот. Больше уже невозможно. А вот на литургии, да, от 10 минут до 40, но я бы сказал так, если по минутам. Но это зависит от проповедующего. И тут настоятель имеет право немножко регулировать. Да, все-таки говорить дольше 15 минут, ну, наверное, не для всех полезно. Потому что ведь во всяком деле мы имеем к тому какое-то дарование или не очень, да. Ну, вот, например, я не обладаю музыкальным дарованием. Ну, прямо совсем не обладаю.
Но никто, как священник, меня не освобождает петь величание, Богородицу и Матерь Света и так далее. Пою. Но если я начну петь так, что вот вы все теперь... То есть меня надо очень сильно ограничивать. Но так же и здесь. Да, есть священники, которых, да, можно 40 минут слушать. Но 40 минут – это все-таки уже верхний предел. Вот, дольше уже, ну, и правда не надо. Ну, как, а вот 10-15 минут нормальное. Вот. Но для... Дальше зависит от говорящего. Я Марина, я хотела бы сказать несколько групп. Хотела бы поблагодарить учителя, который пригласил меня сюда, и поблагодарить батюшку за то, что в свое время, в 2010 году, когда у него были тяжелые жизненные обстоятельства, у меня дочка инвалид, и молиться было трудно, и храм ходить было трудно, и, как бывает, часто смотришь фильм, ходишь фильм. Попалась мне в руки ваша книга «Семь дней на Святой Земле». И вы знаете, там такая есть описание явка, когда Святая Тарифа, когда писали они, и я к людям относилась очень, ну, считала, что у меня мало времени, считала, что я загружена делами. И вот тогда я поняла и увидела, как вы описали это событие в своей книге, когда вы приехали в этот монастырь, и когда вы молились, и когда апостол Петр сказал: «Встань, Тарифа», и она встала. И вы знаете, было такое просветление, было такое понимание, что есть книга, которая мне в моей ситуации может помочь, что есть то, что может помочь мне вот прямо сейчас. И я молилась о той Тарифе, я не знала, к сожалению, ни ее жизни, то есть не знала ее жития, не знала какой-либо памяти, хотя ходила в храм 25 октября, теперь я знаю. И моя дочка, слава Богу, живу в один ребенок, на сегодняшний момент она в работающей, она ходит, она раньше не ходила, тяжело было очень в этой жизни. Ну, слава Богу, я выходить из дома только не могла. Вот это запечатленное слово, о котором говорят, что вот оно законсервированное. Нет, оно не законсервированное, оно живое. Это Божие слово, Бога вдохновение внутри, потому что сейчас я могу учиться вот на курсах православия, прямиком в Крымском монастыре, где я изучаю первый год правду, потому что тексты были в жизни разные. И вот то, что я узнала об этой встрече, я думаю, что это тоже Божьей воле, потому что я и не думала, что я смогу встретиться с человеком, который когда-то Богом был уже послан через книгу, и вы мне помогли. Спасибо вам. Спасибо Богу. Слава Богу за все. Благодарю вас за свидетельство. Да, Слово Божие, оно живое, и оно отклик в сердцах, и устное, и письменное. И слава Богу, что и в вашем сердце, и в вашей жизни это Слово нашло отзвук и благословение передало. Спаси, Господи. Добрый вечер еще раз, батюшка. Я смотрю на Россию как человек, который приехал сюда, который не родился здесь и не вырос здесь. У меня вопрос к вам про ваши наблюдения в России, как она меняется, как она изменилась с того времени, как вы говорите, что была такая атмосфера, когда мэр города мог дарить всем какие-то, каждому жителю какие-то духовные книги. Я часто слышу, что многие считают, что как-то время пропущено, момент пропущен, уже не то время. Может, мы как-то пропустили тот шанс, который был. А иногда я слышу наоборот, нет, сейчас самое лучшее время. Я здесь по приглашению Анастасии,
который я знаю, потому что мы вместе с Анастасией, с другими людьми, с Николаем, вместе восстанавливали храмы на севере в проекте «Общее дело». И для меня, как иностранец, и тоже как человек, который перешел в православие, вот этот проект для меня личный такой. Если этот проект есть, все хорошо. Если есть такие немного нестандартные люди, которые уезжают из больших городов, как Москвы, уезжают на север летом во время их отпуска и восстанавливают храмы, значит, страна здоровая, все хорошо. А вот ваши наблюдения за столько лет, был пропущен шанс, не был пропущен шанс, просто изменился формат, как страна воцерковляется и двигается к Богу? Или, может, вы считаете, что страна уже к Богу не двигается, как раньше? Каковы ваши наблюдения? Спасибо. Отвечать на ваш вопрос, с одной стороны, это далеко превосходит мои возможности. Потому что давать такие глобальные оценки, я проживаю какую-то жизнь, вот, да, на вся действительность здесь, в России. Упущенные шансы, конечно, есть. Сказать, что мы ничего не упустили, что мы все сделали, что смогли, это было бы, ну, явно переоценкой всего, что мы сделали. Я в данном случае под «мы» имеем в виду наш православный российский народ. Православный не в смысле весь российский народ православный, а православные в России. Вот. Конечно, мы упустили много шансов, но Господь нам много дал и много произошло. Обстановка менялась регулярно. Ну да, я не прожил 100 лет, но вот столько, сколько прожил. Я помню по детству хрущевские времена, одна обстановка. Брежневские, другая. Поздний советский период, уже 80-е годы, опять иное. Наконец, перестройка. Потом так, кто-то говорит лихие 90-е, кто как их говорит. Вот. То есть обстановка постоянно менялась, нулевые, 10-е тоже другое, и 20-е, похоже, это опять другое. Это нормально, то, что обстановка всегда меняется. И, конечно, старшее поколение всегда будет говорить о том, как было хорошо. Вот. Не случайно все древние верили в золотой век, который когда-то был. Ну, это понятно. Поэтому обстановка действительно всегда менялась. Да, если говорить о таком массовом возрождении, это прорыв, конечно, конец 80-х, 90-е, может быть, еще начало нулевых. После 70-летия безбожия, атеизма, во всех разновидностях, какой он имел за эти 70 лет, он тоже постоянно менялся. Вот. Например, в Америке говорят, президенты меняются, а общество остается. У нас не так. Вот, у нас другое устройство. Меняется глава, прям радикально все меняется. Ну вот так. То есть возрождение в то время было сильнейшее. И Господь, вот наше поколение, одарил возможностью в это время жить и в этом возрождении участвовать, и каждый какой-то свой вклад в него внес. Вот. Сейчас говорить о том, что идет какое-то духовное возрождение, мы не можем. Сейчас, скорее, вот, ситуация какая-то стабильная, непростая, сложная. Но, конечно, можно сказать, что вот-вот Антихрист. Ну и тогда делать ничего невозможно. Он может быть ближе, чем мы думаем. Но христианин, он ожидает Христа. Мы не ожидаем конца света. Мы ожидаем торжество света. И то, что называют концом света, это во свете твоем узрим свет. Господь славы придет к нам. Придет за своей церковью, за своей возлюбленной, за своей искупленной. И поэтому, что бы в этом мире ни происходило, у нас константа.
Это Иисус Христос вчера, сегодня, во веки тоже. Это свидетельство о Христе. Это жизнь во Христе. Это устроение Царства Божия, независимо от того, в каких обстоятельствах. Вот вы сейчас здесь, да? И вот у вас есть прекрасное дело. Значит, вы можете устроять Царство Божие вот сейчас, в наше время. Вот. И нет такого времени, и никогда не было, когда Царство Божие невозможно было участвовать в его устроении здесь, в этом мире. Книга начинается, а вечность уже началась. То есть это не рай, который мы ждем за гробом, а это жизнь во Христе, которая сейчас. Царство Божие внутри нас есть, и Царство Божие посреди нас есть. И его можно устроять. Ну вот это такой, может быть, в каком-то смысле обтекаемый ответ, но у вас и вопрос обтекаемый, глобальный. Вот. Поэтому вы немножко, я догадываюсь, помоложе, и Бог вам в помощь, и силы Духа Святого, и энергии, и новых открытий, новых прорывов вот в устроении Царства Божия здесь на земле. В ваше время. Отец Геннадий, добрый день. Я тоже двухчастный вопрос. Первое, это такое маленькое свидетельство моей некрепкой веры. Когда мы снимали фильм «Свидетельство о любви» про семью отца Андрея и матушку Ольгу, отец Геннадий давал нам интервью. Ну, конечно, там мы поговорили по теме, но потом была Святой Троица и очень долго, и невозможно было прерваться. А потом я попросила отца Геннадия помолиться обо мне. И вот надо сказать, вот это тепло, которое появилось внутри, меня много раз люди спрашивали, а как это было на физическом уровне, ну как это объяснишь? Вот это тепло. Я пришла домой, так облокотилась на кровать и говорила, Христос мой. И вот это вот какое-то вот такое вот осталось у меня в душе и в трудные времена. Оно меня как-то, может быть, как слепую удерживала сейчас очень. Поэтому благодарю вас, отец Геннадий. Вот, ваши молитвы, это, конечно, но это личное. А вопрос такой. Мы идем дальше в нашей медийной сфере, и родилась идея сейчас в период, когда телеканалы отмирают, создать кинофлекс, ну, кинотеатр онлайн. Такой доброфлекс, про добро. Может быть, не узкохристианский, чтобы зацепить больше людей, духовно-психическое здоровье. И вот сейчас мы его описываем, и уже на днях должны отдавать разработку, а что-то как-то вот, как-то я лично не могу в этом устояться. Как правильно это сделать? Что сказать людям вот через большой портал, где будут кинофильмы, где будут программы, где будут художественные фильмы, сценарии я должна писать. Я пытаюсь понять, как сохранить Христа в душе и как людям правильно донести, людям, которые пока далеки от веры. Вот, отец Геннадий, такой тоже обтекаемый вопрос, простите. Ну да, тогда прощайте за обтекаемый ответ. В нашей молодости была такая хорошая фраза, я даже не знаю, кому она принадлежит. По-моему, она кому-то из советских писателей принадлежала. «Сеять разумное, доброе, вечное». А? Некрасов это, да? Некрасов. Вот, если такой у вас портал, который выходит за пределы, собственно, христианские, там художественные фильмы или что, разумное, доброе, вечное. Вот, кстати, последнее время, ну, когда появились такие возможности, как на несколько кнопочек нажать и что-то услышать, вот советские песни, и вот в них вот это разумное, доброе, вечное, там нет напрямую о вере. Ну, там, песня о друге, там, или еще какие-то. Вот это разумное, доброе, вечное. Это, я думаю, вполне в ваших возможностях. Но все-таки вы, как, вам, как христианке, я бы посоветовал, все равно это разумное, доброе, вечное, это как вот некое такое колесо, а ось – это Христос. То есть о нем должно быть. Он альфа и омега. Вот. И тем более в наше время это можно. Это, ну, даже формально это не запрещено. Это можно.
Отец Геннадий, у меня вопрос в продолжение того, что Матвей сказал, и вот тут вы сказали. Вот вы упомянули послание к римлянам, священнодействие, благовествование Божие. А почему у нас в православии благовествование Божие практически закрыто для мирян, и священники тоже не спешат на проповедь вне храма? С чем это связано и как бы это изменить? Потому что в храме да, а так не звучит практически. А вам, простите уж, я тоже, обратите внимание на Христа. Мне кажется, это главное, что можно сделать на портале. История церкви, те, кто ее как-то изучал, кто ее знает, я думаю, здесь много таких, но, может быть, не все. Она очень драматична, она очень сложна, иногда трагична, иногда прекрасна. Все было, и сегодня все есть. Вот. Потому что иногда спрашивают: «Батюшка, у вас все хорошо?» Я говорю: «Все хорошо там». Так, ясно. Вот. То есть все хорошо там. А здесь всегда есть проблемы. Да, и есть проблемы и в нашей церкви тоже есть проблемы. Есть и проблемы благовестия, они тоже есть действительно. Но сказать, что нет благовестия, это было бы несправедливо. Тогда бы и нас не было. Там, где нет благовестия, там уже ничего и не будет. А церковь есть и жива. Вот. Поэтому благовестие есть. Каждый опять в меру своего дарования, в меру своей ревности. Ну, мы уже немало говорили, да. Конечно, проповедь должна звучать на каждой литургии. Есть практика, когда она звучит еще и на вечерних богослужениях тоже всегда. Это реже, но кое-где это имеет место быть. Но вот за все годы своего служения вечером тоже всегда проповедь. Вечером на другого типа. Читаем что-то из святых отцов, и священник комментирует это чтение. Вот такой стиль. Потому что стиль проповеди может быть самый разный. Вот. Что нет проповеди мирян? Есть проповедь мирян. Вот. Другое дело, что церковное учительство, но оно, в принципе, с ранних времен, ну, это были все-таки поставленные служители. Поставленные служители. А есть и не священнослужители, проповедники. Но, может быть, если не вообще самый известный лектор Русской Православной Церкви в последних десятилетий, это кто? Алексей Ильич Осипов, который никакой сан не имеет, да? Вот. И никто и ничто ему не помешало благовествовать. Независимо сейчас, кто как относится к некоторым его взглядам. Вот. Благовествует. Поэтому методов и путей благовестия много. Более того, апостолат мирян абсолютно необходим. То есть, собственно, литургийная проповедь – это все равно преимущественно дело священническое. А проповедь вообще, воскресные школы, катехизация. И, ну, вот я вспоминаю свою юность. Мы, например, считали, что если ты сел в поезд и вышел, и не поговорил с соседом в купе о Господе, то практически как бы и согрешил. И, кстати, это было очень... Сейчас-то все в телефончиках. Мне недавно удалось заговорить с одним человеком в поезде. Это было просто ЧП. Потому что все в телефончиках. Вот. То есть это... А я помню еще тогда, те времена, 70-е, 80-е, бывало, даже с двух вагонов сходились. Вот. То есть проповедовать можно много где. Священник как раз далеко не везде может проповедовать. Священник
с одной стороны, имеет огромные возможности, он служит службу, он может выйти на ОМВОН, а с другой стороны, он сильно ограничен. Он там, где совершенно не ограничены не священники. Поэтому, Николай, проповедуйте, и свидетельствовать о вере, проповедовать может каждый в той форме, в которой ему это дано. Это же не обязательно встать и вот говорить речь. Ну, допустим, издатели, они разве не проповедники? Ну, вот они проповедуют как? Они издают книги. Это тоже проповедь, это форма проповеди. Поэтому форм проповеди много. И братьям, и сестрам, и священникам, и несвященникам здесь всем есть место участвовать в священнодействии благовестия. Отец Геннадий, у нас да, вечность уже началась, но наш вечер должен закончиться. Да, то есть еще есть много вопросов. Есть еще один вопрос здесь, я хотел бы передать. Есть три вопроса, которые дошли. Коротко, если можно. Спасибо. Вы хозяин? Да, отец Геннадий, вопрос, на который, наверное, сможете ответить именно вы. Люди к Спасителю приходят разными путями. Вот, например, мне один мой знакомый в МГУ рассказал такую удивительную историю, что он жил на юге России в криминальной атмосфере. Собственно, он сам готовился быть бандитом. Вот, но тут ему явился, вот как он мне рассказывал, вот ангел. И он думал, он считает, что это Спаситель. И ему потом было показано Евангелие, как фильм показан. То есть он увидел все Евангелие перед глазами. Вот, и после этого вот он обратился ко Христу. Вот, но в результате вот он протестант. Вот, причем такой, стихийный. То есть я не уверен, что он принадлежит какому-то конкретной церкви, какому-то конкретному приходу. Но да, он считает своим долгом проповедовать Иисуса Христа просто своим знакомым людям. Вот. И мой вопрос вот такой. Вот как общаться, поскольку вы сами выходец из протестантской среды, как общаться, как устраивать диалог именно с протестантами, а именно с классическими протестантами, как лютеране, как англикане, потому что для них принцип «sola scriptura» является таким нерушимым принципом, и более того, они даже ссылаются на слова, например, святителя Кирилла Иерусалимского о том, что никакая божественная святая тайна веры не должна быть сообщаема без божественного писания и не должна основываться на одной лишь вере и избранных словах. Даже не верь ты мне, когда я просто говорю тебе о нем, если на слова мои не будешь иметь доказательства из божественного писания. Вот такой, допустим, они цитату приводят. И, соответственно, тем самым они перечеркивают то, что для многих из нас, для православных, дано как реальность в наших чувственных ощущениях. То есть мы-то понимаем, что такое полнота общения с Церковью Небесной, что такое молиться к святым, что такое святыня, что такое молиться за усопших. И для нас это, может быть, не для всех, но для многих понятно. А для них это, они сами для себя перечеркивают это. Стоит ли до них попытаться как-то чем-то достучаться? Вы нашли для себя такой ключик? Это один вопрос. Другой вопрос, связанный с возрождением христианства в России. Христианство, да, оно получается многолико. И буквально два дня назад, в этой же самой аудитории, на этом же самом месте речь шла о границах церкви. Вообще, как вы думаете, спасутся только православные, то есть надо ли прям железно всех брать, хватать за руку и тянуть, пытаться сказать, что только в православной церкви вы спасетесь и больше нигде. Как вы относитесь к христианскому экуменизму? Какие формы он может применять, насколько он полезен сближение церквей, и по какому вектору должно идти это сближение. И, наверное, пока что хватит. Спасибо. Это уже
Да, это материал на конференцию церкви. Я думаю, что эти вопросы далеко выходят за рамки нашей сегодняшней презентации книги. Вот. Если вы обращаетесь ко мне, то я вас отправляю в YouTube. Там есть целые циклы, курсы, лекций, которые там по 10, по 12, по 14, где все вот эти вопросы подробно разбирались. И сравнительное богословие о различных конфессиях, вот, ну и так далее. А вы тут сразу и разные конфессии, экуменизм, и все на свете, это я даже не знаю, что и сказать по такому вопросу. Если в рамках сегодняшней презентации, то, во-первых, ко всем надо относиться с любовью. Язык любви понятен всем. Язык без любви не понятен никому, ни православным, ни протестантам, ни мусульманам, ни атеистам. То есть это вот так. Если уже говорить конкретно о людях разных конфессиях, то, конечно, тут надо иметь некоторую подготовку, надо иметь хорошую подготовку. Если говорить с протестантами, то надо говорить на почве того, что для них незыблемый авторитет, а это Скола Скриптура, то есть это Священное Писание. Потому что если, говоря с ними, ссылаться на Николая Чудотворца или там еще на кого-то, то это не будет не иметь никакого авторитета. С протестантами надо говорить, во-первых, любя их, а во-вторых, надо уметь обосновывать православие Священным Писанием. Это протестанты обычно шокируют, потому что протестант знает свою сильную, ну, сторону. Это он знает Писание. В представлениях протестанта православный он не разумеет Писание. И когда вдруг он слышит обоснование того, что, в чем он был уверен, что это выдумки, не имеющие опоры в Писании, и вдруг, тоже иконопочитание, и когда вдруг по Писанию ему показывается основа иконопочитания, то вот это необходимо. Тут необходима, конечно, специальная подготовка, это безусловно. Вот. И ее надо иметь, если дерзаешь говорить с людьми иных конфессий. А уж экуменизм – это и вовсе все религии. Что такое экуменизм? Ну вот в свое время отец Андрей Кураев, размышляя об экуменизме, он перечислил 8 определений экуменизма. То есть экуменизм – это. Поэтому прежде чем говорить об экуменизме, надо определиться, о чем мы вообще говорим. А то все швыряются этим словом, шельмуют этим словом, вот, либо восхищаются им, либо ужасаются от него. А во-первых, надо договориться, о чем идет речь. Вот, о чем идет речь. Поэтому, естественно, мы исповедуем христианство православно. Церковь православная идет от святых апостолов. Вот. А уже с другими конфессиями, ну, это разговор с другими конфессиями. К нему надо быть готовым. Что касается предания, то протестанту можно показать, где они сами исключительно опираются только на предание. Когда они говорят «Соло Скриптура», то их надо спросить, а откуда взялась Скриптура. И кто им сказал, что послание Коринфянам – это Слово Божие, Священное Писание, а послание Варнавы – это вроде бы как нет. Чем Варнава хуже, ну, апостола Иуды? Вот. То есть предание определяет, что такое Писание. Это, как говорят, идет один православный навстречу протестант, видит православный священник, и, ну, тоже задиристо его спрашивает: а хотите, я вам покажу церковь, в которой все по Писанию? Он говорит: а хотите, я вам покажу церковь, в которой возникло Писание?
Ведь Иисус Христос не дал никакой книги. Он дал Святого Духа. И Святым Духом в церкви возникло Писание, и Святым Духом церковь определила, что есть Писание, а что не есть Писание. Вот тут они целиком, чтобы опереться на соло скриптуру, надо опереться на предание. Потом надо их спросить, где в Новом Завете говорится о молитве к Иисусу Христу. Они все за святых. Они пусть покажут, где Иисус Христос учит молиться «Отче наш». Где в Писании? Там есть три места всего, где скорее косвенно, чем прямо «Ей гряди, Иисусе», в конце апокалипсиса. Ну, сказать, что... Нет, нормально, скажи, вот где вот о молитве. Это предание. Это шок. Это, казалось бы, как все христиане молятся Иисусу Христу. А где в Новом Завете на это указано? А? Там не говорится о том, что молиться Иисусу Христу. Во имя Иисуса Христа молиться Отцу, это есть в Евангелии. А молитва Иисусу Христу – это священное предание, которым руководствуются все протестантские деноминации. Вот. Вот эти два момента – вы молитесь Христу, и вы опираетесь на Писание. Это плод священного предания. Это если вот в таком дискуссионном ракурсе с ними рассуждать. Я думаю, что дальше не надо продолжать эту тему. Она выходит, говорю, за пределы этой презентации. Вот, это уже дискуссии. Ну, так, спаси Господи. Рука тянется. Ну, давайте последний вопрос тогда. Спасибо. А как вести себя мирянину вообще в теме проповеди, особенно когда говорят... Ты не знаешь, то есть ты не священник, ты не можешь проповедовать, а вообще молчи. Тем более женщина. Преподобный Арсений Великий говорил, что я много раз пожалел о сказанном и ни разу о том, когда молчал. Молчание – это прекрасная добродетель, и, кстати, для священников тоже. Вот, поэтому молчание... Это действительно великая добродетель. Я не знаю, вот я даже слышу, ну что, вам священники говорят, молчи? Когда я не был священником, мне ни разу никто из священников не сказал молчи. Я чуть не помню даже такого. И сам не помню, чтобы кому-нибудь сказал. Другое дело, что если человек молотит не знамо что, тогда, может быть, надо и немножко в русло. Вот. А тем более за последние десятилетия у нас, кажется, наоборот, постоянно идет призыв, начиная с патриарха и с архиерейских соборов, о привлечении мирян к проповеди, к свидетельству, к катехизации, к слову. Я не пойму, в Москве что с этим? Серьезная проблема, что мирянам молчи. Ну да, поэтому... Опять молчи, это может быть... Ведь мы иногда какие любим проповеди читать? Учить батюшек, как правильно служить. Вот. И тогда можно от батюшки нарваться на молчи. Ну, а если мирянин реально свидетельствует о Боге, если мирянин благовествует, я не понимаю никакого молчи. Какое может быть молчи? А если мирянин говорит, ты в ад пойдешь, ты вот неверующий, ты в ад пойдешь, это проповедь, наверное, не очень хороша. Насчет ты в ад пойдешь, есть ключи от Царства Небесного, есть ключи от ада. Ключи от Царства Небесного Христос впервые сказал Петру, потом и всем, они даны Церкви. А ключи от ада
первая глава Апокалипсиса, они у Христа, их Господь никому не передал. Поэтому Царство Божие открывать людям – это наша задача. Мы ключери. Христос сказал: «Дам ключи от Царства Небесного». И никогда ни Петру, ни апостолу, ни еще никому не сказал: «Дам тебе ключи от ада». Он бы давно был переполнен, если бы нам были эти ключи даны. Вот. То есть нам никто не давал ключи от ада. Поэтому наше дело направлять Царству Небесному, предостерегать о том, что есть ад, это, конечно. Кстати, в этой книге есть проповеди об аде. Дело было так, что начали на работе говорить откровенную чушь, просто не то, что эзотерическую чушь, а просто ужасную чушь. И когда я начала говорить о том, что вы что, православие, церковь, то есть кулак получается на церковь. Я говорю: православие, и вообще христианство вообще не об этом, что говорите? Говорит, я был знаком типа с батюшками, а там медик, он, они учились в советское время, и они говорят, их учили там, естественно, политическая информация, вся эта, как называется, их учили атеизму, тем более научному атеизму в медицине. И, естественно, им как-то вкратце давали какие-то знания, естественно, искаженные. И когда я дошло до того, что я говорю одно, и мне говорят, что ты совсем, что ли, фу-фу, нам говорили совсем другое, а ты помолчи, пожалуйста. То есть, я так выражаю, конечно, помолчи, я сказала совсем другим тоном. Сиди себе и помалкивайся. А я буду говорить... Теперь я еще меньше чего-нибудь понимаю. Вам эзотерики атеисты говорят молчи? Что? Коллеги остановили. А при чем тут я или кто-нибудь, если вас остановили коллеги по работе? Хорошо, что в тюрьму не посадили, что всего лишь остановили. Сколько-то десятилетия назад тюрьму за это сажали. Ну, они для того и есть. А как мы думали, что мы будем благовествовать, а все будут сразу аплодисментами встретить наше благовестие? Это нормально, что мы встречаемся. А когда апостол Павел проповедовал на Ареопаге, что ему сказал? Да слушай, мы тебя другой раз, что-то все, хватит, не о том. Какое-то там воскресение из мертвых, это у нас Аристотель, Платон, у нас совсем, у нас другие... другая философия, какое там воскресение из мертвых. Им это казалось примитивно и глупо. И они ему заткнули рот. И он ушел, и всего несколько уверовавших в Афинах тогда было у апостола Павла. Так что ему заткнули рот, поэтому нормально, что нам затыкают рот. Это, а как без этого? Это, ну, это жизнь. Благовестие без того, чтобы претерпеть, без того, чтобы нам затыкали рот, не бывает. То, чтобы всегда нас слушали и принимали. Вот. Ну, а, конечно, зависит много все-таки от того, как говорим. Вот от этого, то есть, чтобы мы говорили не с агрессией. Любовь. И чтобы звучало Слово Божие, чтобы они чувствовали Духа Божьего. А когда мы тоже с агрессией говорим, то я был как-то в одной семье, вот, где была ну, неверующая жена и верующий муж. Я побыл у них то ли день, то ли два. Вы знаете, я к концу полностью на ее сторону хотел уже встать. Ну да столько занудно и без конца он долбил, пилил. Да это нереально, да так невозможно. Какое-то благовестие.
Это не благо, благовестие, это благо. А тут, ну он ее просто долбил и пилил на каждом шагу. Так можно напрочь отшибить вообще желание. То есть вот такое у нас иногда водится, за нами иногда водится, что действительно мы должны быть благовестниками. Священнодействие, благовестие, а не чего-то другого. Я думаю, что можно на самом деле на это остановиться, но связано с этим один вопрос в Фейсбуке пришел. Пришла, как, кто вам близок из подвижников 20 века? Можно не только русских. Вопрос от Екатерины. Можно не одно имя, да? Можно. Я парень карагандинский. Вот, и в Караганде был старец Севастьян Карагандинский. Вот, тетя моя жила на одном с ним улице. Вот, мне очень близок этот старец. Вот, кстати, по своим дарованиям вовсе не проповедник. Это один из... Он оптинскую традицию продолжил. Он был послушником последних оптинских старцев. Вот. Ну вот, например, он мне близок. Конечно, архиепископ Лука, поскольку моя жизнь тоже очень тесно и с наукой переплетена, и с верой, архиепископ Лука мне очень близок. Из зарубежных Иоанн, он и шанхайский, и сан-франциский, какой угодно, он мне очень близок по ряду позиций. Ну вот, несколько... Ну, вопрос же святых. То есть я не буду называть ни канонизированных, и тем более здравствующих. Вот. А вот, ну вот, несколько имен. Я все-таки спрашиваю, вы с отцом Павлом Адельгейном в Каргане не встречались? Тоже был учеником Севастьяна? Отец Павел Адельгейм старше меня. Вот. Да, да, он тоже, он воспитанник отца Севастьяна Карагандинского. Ну, по крайней мере, в какое-то время он у него окормлялся. Я с отцом Павлом Адельгеймом никогда в жизни не пересекался. Никогда с ним не встречался. Я читал его статьи, его книгу, вот, о нем слышал, поминаю его, но нет, мы с ним не знакомые. Лично. И он был в Караганде раньше. Раньше меня. Как? Ну уж не к моим, мои родители дореволюционные. Вот. А? Ну вот, это мой старший брат с 36-го. Да. Ну то есть он старше, и он в Караганде жил раньше меня. Я как-то читал его биографию тоже. Мне это было интересно, что у нас один город есть в нашей биографии. Да, вот, так что... Но с ним мы не знакомы, с отцом Павлом, царство ему небесное. Святую кончину ему Господь даровал. А можно еще? Давайте вы потом подойдите к субинату, я думаю, что пора все-таки... Вы хозяин, вы хозяин, не я. Я хочу вас благодарить. За все то, что вы сказали сегодня, за этот христоцентричный разговор, который был, где вы нас как бы помогали, но держать взор на самое главное, что есть в жизни, не потеряться ни в какие-то политические или, может быть, даже наши проекты, которые есть в нашей жизни, но смотреть на него просто. Есть некоторые технические объявления. Во-первых, что я думаю, что вы подпишете книгу, наверное, у тех, у которых есть, посчастливились приобрести книгу у нас в магазине. Просто книги закончились, осталось два экземпляра всего, к сожалению. Но в понедельник снова они будут. Также на Фейсбуке вы увидите, что есть ссылка, где вы можете заказать книгу по почте. И также вы увидите там ссылку, где есть канал YouTube, где есть все лекции по сравнительному богословию, которые ведет отец Геннадий Фаст. Все это на канале, на нашем странице Facebook культурного центра «Покровские ворота» под этим мероприятием. И спасибо большое еще. И я предлагаю закончить молитву. Достойно есть, споем.
достойно есть якого истину, блажифися Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнений Серафим, без истления Бога Слова Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбием, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Спаси, Господи, всех вас, всех участников сегодняшнего вечера, особенно редакцию, Анастасия, всех. Я понял. Надо на чистые пруды. Все. Столько людей, это вообще. Хорошо, радуйте. Верующие. Не, на Кимовске это не по пути немножко, у меня салатовая ветка. У баптистов есть такое песнопение, там поют: «Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти, хоть одну хотел бы душу сноп один в руках нести». Что ты покажешь? Столько лет кто пришел к Богу? Вот у нас люди, которые есть, вот спрашивают, я через интернет, через интернет. Вот она сидит, откуда она пришла? Ну, по порядку-то. А это сидели бы, он бы никогда не пришел, брат. Как Господь сказал, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизнь, но гнев Божий пребывает в нем. Не рассуждая о теле Господнем, оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. День седьмой, это получается десятина, 170 часов в неделю. И 17 часов вот этот день ты проводишь какие-то дела для Божии совершать, но именно вот в этой радости, в этом покое, в прообразе будущего вечного блаженства. Даже нельзя поклоны земные дел, субботу, воскресенье, ради вот этого именно истинной субботы. Блудница узнается по поднятию брови, Писание нам говорит. Я могу сказать: смотри, ты так бровь поднимаешь женщине какой-нибудь, или ты так глядишь, видно, что у тебя блудный вот этот взгляд, блудное поднятие брови. И это очень опасное дело, аккуратнее с этим будь. Посмотри за своим сердцем, есть там это или нет. Это я что делаю? Я рассуждение включил и обличил одновременно. Но осуждения здесь нету, потому что человек может уже принять этот мой совет или не принять. Вот такая примерно разница. Еще добавить хотел, что еще осуждение – это сказать о том, чего не знаешь. Допустим, обвинить человека в прелести, когда он в этом не находится, к примеру. Ну, вообще говорить о вещах, которые для тебя закрыты, ну и ошибиться в этом деле. Вот это тоже осуждение. Фарисей осудил мытаря. Да, как он осудил? Он говорил-то правильно про него ведь, что он вот, а не как этот мытарь. Но он в данный момент не видел его сердца, он уже был другой, когда мытарь вошел. Мытарь стоял и каялся, он уже другой был перед Богом, а тот-то уже говорит, а вот не как этот, то есть вот презренный. Вот еще что осуждение. То есть сказать то, что не соответствует действительности уже. Ты видишь человека согрешающего, а не видишь его кающегося. И вот это тоже осуждение. Вот такой момент, когда люди называют фарисеем, верующие христиане, считающие себя фарисеем. Это от того называют они фарисеем, потому что это доказывает лишний раз то, что они сами не знают достаточно Писания. Они помнят, где-то как-то слышали краем уха, что Господь сказал: «Горе вам, фарисеи, законники, книжники». Они услышали это слово «горе», и это слово «горе» у них ассоциируется с чем-то плохим. Значит, фарисеи, книжники, они какие-то люди плохие, раз Господь сказал им горе. Дальше их познание Писания остановилось. А то, что почему Господь сказал: горе вам, фарисеи, книжники, законники, дальше они не разбирают, что они
действительно хорошо делают, что и соблюдают, но они соблюдают внешне, формально, а дела не соответствуют их словам. И поэтому такое вот клеймо сразу, говорят, к тебе пристает, когда ты с кем-то общаешься по Писанию, обращаешь человека к Слову Божьему. Вот здесь так написано. Они сразу, вот ты как фарисей себя ведешь, как законник. Ты нет любви к тебе, ты все строго, все ты говоришь, так это нельзя, тут нельзя, а где любовь? Почему так никто тебя не послушает? С такими советами только отвратишь людей от церкви, от Бога. Что действительно, как важно соблюдать Писание, Слово Божье соблюдать, и в этом ты угождаешь Богу. А то, что ты не знаешь, наоборот, отвергаешь. Ты, мы читаем, что Господь говорит, проклят тот, кто молитва мерзость, кто не читает Писание. Тогда вот немного, когда разбираешь с людьми этот момент, они немножко до осознания доходят. И вот опять же, все от незнания Писания. Вечный покой, который, значит, от всех там войн, от всех, да, будем со Христом во веки веков. Это небесный Иерусалим, это который мать всем нам. У нас установлена молитва, каждые 2 часа раздаются сигналы, и со всего мира буквально, там с разных стран начинают молиться, 100-поклонная молитва. Мы знаем нужды друг друга, о чем молиться? Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Святитель Христов Никола, мир литийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Исполни Духом Твоим святым церковь Твою, дабы день Твоего прихода и нашего отшествия не застал нас неготовыми, но вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Господи, косни сердец патриарха, митрополитов, епископов, священников и диаконов и всех Твоих служителей. Даруем рождение свыше, побудись на благовестие живого Твоего Слова и соблюдение канонов Церкви. Аллилуйя. И вышли Твоих истинных служителей, миссионеров, жертвующих собой для благовестия христианам, мусульманам, иудеям, буддистам и язычникам, и приведи в Церковь Твою новые души. Аллилуйя. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до спите. Прости мне грехи, я же сотворив сей день, делом, словом, помышлением. И очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа. И дашь мне, Господи, в ночи си сон прийти в мире, но восстав от смиренного ми ложа, благоугожду при святом имени Твоему во все дни живота моего и поперу борющими враги плотские и бесплотные. И избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, и яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ну, это правило 7 раз в день молиться, это, конечно, благословение большое. Да, у меня я еще ни разу так не молился здесь с группой по 7 раз, но я даже несколько раз, когда молишься, уже не, все меняется у тебя в жизни просто. Другая да. Вообще обстановка. И что-то получается, что не получалось. Да.